Вітаю в прямому ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Ми продовжуємо підбивати підсумки виборів. Власне, цим займається зараз і Центральна виборча комісія. Наш інтерактив. Чи здатен Порошенко на реванш? Ми знаємо рейтинги. Я думаю, що ви, шановні телеглядачі, їх бачили. От я назву найбільш свіжу інформацію. Зараз от перед ефіром буквально було опрацьовано близько 84% загальної кількості бюлетенів. Зеленський лідирує 30,4%, Порошенко 16%, Тимошенко 13,2%, Бойко 11,5%. Ну і далі йдуть Гриценко, Смішко, Ляшко, Вілкул, Кошулинський. Інші кандидати не набрали навіть 1%. Сьогодні, власне, про вибори ми будемо говорити в цій студії з нашими гостями. До нас прийшли Дмитро Ковцун, політичний експерт. Вітаю вас. Вадим Шкаровський, голова фракції опозиційного блоку в Одеській обласній раді. Вітаю вас. Та Анна Познякова, голова фракції «Самопоміч» в Одеській міській раді. Вітаю вас, Анна. Добрий день. На вашу думку, про що кажуть ці результати, чи вони для вас очікувані? Ну, действительно, результаты стали немного, наверное, неожиданными. Неожиданными в большей степени за счет того, что многие эксперты, там, вот, по данным соцопросов, не надеялись на то, что протестный электорат, который является основной составляющей то, столь высокого рейтинга Зеленского, все-таки дойдет до избирательного участка и сделает свой выбор. То есть многие рассчитывали на то, что это останется на уровне там, данных соцопросов, не больше. В этом, конечно, неожиданность. Неожиданность в достаточно неплохом рейтинге господина Смешко, который фактически не вел избирательную кампанию, но тем не менее даже вот по Одессе и Одесской области получил неплохой результат, то есть это, наверное, не знаю, можно назвать открытие года, когда при отсутствии, при полном отсутствии избирательной кампании, там каких-то рекламных роликов на телевидении, человек получает результат. Поэтому эта кампания действительно, она в новинку для Украины. Тем не менее, мы можем смело утверждать о том, что выборы в Украине демократические. Выборы в Украине носят все-таки характер неожиданности и напрямую связаны с волеизъявлением народа. Другой вопрос, нравится нам результат или не нравится, это уже наше субъективное мнение. На вашу думку, якби була графа проти всіх, рейтинг Зеленського, результат, точніше, Зеленського, був би нижчим? Я думаю, безусловно, да. Набагато? Трудно сейчас сказать, насколько это выражалось бы в процентном соотношении, но то, что, безусловно, это бы понизило его рейтинг, мне кажется, да. Вадим, а ваша думка еще до результатов? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить тех избирателей, которые пришли на избирательные участки и проголосовали за нашего кандидата Юрия Анатольевича Бойко. Это действительно достойный был бы президент Украины. И, возможно, еще будет он президентом Украины и достойный человек, за которого не будет стыдно ни одному человеку, который бросил свой бюллетень, дал свой голос за этого кандидата. А также хочу сказать огромное спасибо тем штабам и тем людям, которые работали сутки и до этого на избирательном участке, высококвалифицированная, высококлассная команда, которая достигает всегда хороших результатов. То, что произошло на выборах, если спросить, довольны ли мы, я скажу, что результатом недовольны, потому что мы могли показать более высокий результат в области. У нас действительно высокие, если брать по сравнению со всеми остальными, у нас достаточно высокие показатели, высокие проценты в области и в городе, но результат мы могли, конечно, сделать больше. Вы перемогли в двух областях, так? Луганская, Донецкая область, ваш кандидат перемог, я знаю, да? Да, в двух областях Юрий Анатольевич победил. У нас в области с 11 округов, в двух округах он тоже победил, занял первое место. В остальных мы в таких пределах, соотношениях где-то с Зеленскими держим. Остальные все политические силы, если у нас брать где-то 22 с чем-то около 23%, то остальные политические силы там в районе 9, 8, 7, 6%, то есть в разы меньше, чем мы. Это показывает то, что мы это все время достойно провели и представляли нашу политическую силу, не допустили ошибок и работали непосредственно с людьми. Ошибка в чем, я вот так себе анализирую, в том, что большинство из политиков, которые шли в кандидатами в президенты, все рассчитывали на так называемый эфир, зомбоящик, как в народе говорят, там, что телевизор все сделает. А нашелся человек, который в этом зомбоящике в телевизоре делает это значительно лучше. И технологии совершенно другие. Вот мы и получили этот результат. Даючи интервью журналистам, безпосередньо, там, не беручи участь в политических ток-шоу разных.
Да, одно дело, знаете, выучить, как бы как в школе, вот сейчас вспоминаю, мне дали стихотворение, я его выучил и рассказал. Другое дело, когда ты становишься публичным человеком, и нужно отвечать не только на вопросы, которые тебя заранее заготовили, и ты к ним подготовился, а и очень неудобные вопросы, и это сложно. Мне, например, вчера очень не понравился интервью господина Зеленского после... после выборов, выступал, так. Достаточно так развязано. Это можно так выступать на концерте, рассказывать, все улыбаться, шутить. Ты уже совершенно на другом уровне, на другой площадке, и нужно к этому относиться не как к игре и не как к выступлению, а как к ответственному, очень ответственному шагу. Это не баловство. Миллионная страна за тобой, и просто отшутиться так не получится. Нужно будет заниматься и экономикой, и войной, и как-то скроить страну эту в кучу после того, что наделала предыдущая власть. Сейчас как бы рано еще как бы говорить о том, кто станет президентом, но достаточно высокие шансы у господина Зеленского, достаточно высокие шансы подобрать тот протестный электорат, который не только пошел за ним, но и пошел за другими политическими силами, которые набрали очень много. Единственное, что меня как бы радует в этой ситуации, и мы как-то с вами общались на эфире, я говорил, что у каждого из нас есть какое-то свое мнение, его нужно доводить, его нужно отстаивать. Мне нравится то, что пошли люди на избирательные участки. Это говорит о том, что уже это все всем просто так надоело, чтобы я не ругался. Так надоело это всем, что люди пошли те, которые не ходили десятилетиями на выборы. Они даже не знали, где находятся эти участки, а возрастом уже были достаточно серьезным. Сейчас они пошли. То, что люди пошли, это очень хорошо. Они выразят свое мнение и будут бороться за это мнение. Это значит, что этим людям уже не все равно, что делается в нашей стране. Они хотят действительно перемен, они хотят что-то сделать для нашей страны и хотят жить в этой стране. Это очень важно, это мне очень нравится. Ну, до речі, ви дуже важливу тему підняли з приводу явки. В розвинених демократіях зазвичай нижча електоральна активність, ніж в Україні, тому що там система і так працює. Якщо люди дійсно пішли на вибори, напевно, в цій державі щось не так. Ще один от цікавий момент, що Зеленський перемагає фактично в усіх регіонах України, окрім Луганської, Донецької області, як я вже сказав, де переміг ваш кандидат Юрій Бойко, а також окрім Галичини, де Львівська, Тернопільська область перемагає Петро Порошенко, Івано-Франківська Тимошенко. Пане Дмитре, от для вас, як для політичного експерта, ці результати є сенсаційними? Ну, принаймні, неочікуваними. Всього лиш день назад ми сиділи в цій студії, правда, з другим ведучим, з другими експертами, якраз обсуждали, розсматривали, що буде дійсно на цих виборах. І тоді я якраз сказав, що избирательна кампанія, по суті, не строится на конфликте идеологии, не строится на конфликте территории, потому что у нас как раз и появились национальные лидеры, у нас не было основ для каких-то конфликтов, которые раскалывали бы общество. И в этих условиях политологи отмечают, что конфликт он все равно где-то должен произойти. И конфликт происходил с нашей точки зрения как раз по поколенческому отношению, то есть молодежь и более старые политики. Да? То есть был заброшен такой лозунг замечательный в общественное сознание, что я иду, я меняю всю эту систему, ну, по сути, то, что сделал Зеленский. И это было благодатно воспринято как молодой средой. И так это замечательно восприняли и ребята, которые относят... Одни относят к протестному электорату, а я хочу напомнить, что у нас, если сравнивать явки на президентских выборах, например, 2010 год, мы шли сейчас по графику 2010 года, там в разницу 1,5%, то в 2014 году у нас большое количество избирателей не получило права голосовать. Мы тогда отказались от открепительных талонов, и очень большой процент людей не смог проголосовать. И эти люди не получили своего политического представительства ни в одной из, они не смогли нормально себя проецировать в высших эшелонах власти. И вот это вернулось назад.
Вот через 5 лет эти люди, которые были обижены тем, что их голос не был услышан, а команда действующего президента не сделала ничего для того, чтобы поговорить с этими людьми. То есть было решено, что оппозиционный блок как раз их подхватит и все будет замечательно. Оказалось, нет. Оказалось, что 42% показатель по Одесской области для Зеленского — это как раз вот эти ребята. Это не хочу... У меня нету всех социологических данных для того, чтобы говорить, что это там переселенцы или кто-то в этом роде. Но это действительно, это вот, это ответ общества на то, что в какой-то момент этих людей забыли. Це показник делегітимації влади нинішньої, я правильно вас розумію? Да. Это получается так, что мы уже во втором туре, если не произойдет каких-то креативных шагов со стороны штаба действующего президента, то действительно Зеленский разовьет этот успех. Явка будет, наверное, такая же, как, опять же, по лекалу 2010 года. И еще раз говорю, мы просто внезапно увидим, что иногда надо все-таки обращать внимание на тех людей, которых забыли во время там каких-то катаклизмов. Анна, скажіть, ви на цих виборах, ваш лідер Андрій Садовий підтримав Анатолія Гриценка. Чи будете ви когось підтримувати в другому турі? І як ви вважаєте, чи, ну, зважаючи от на ці результати, чи може Порошенко дійсно здійснити реванш у другому турі? Ну, послушайте, нет ничего невозможного. Другой вопрос, где будет найден ресурс для этого реванша, потому что достаточно электоральные предпочтения на сегодняшний день распределились очень ярко. И действительно нужен какой-то мощный толчок для того, чтобы преодолеть столь большой разрыв, потому что на сегодняшний день этого ресурса нет. То есть необходимо все-таки штабу действующего президента более креативно подойти, на мой взгляд, к этому вопросу. Что касается объединения, мне трудно сказать, будем ли мы поддерживать, потому что у нас не принимаются такие решения единолично, то есть в любом случае будет проведен съезд партии, и уже тогда этот вопрос будет решен глобально. Но это питание есть на порядку денному взагалі, у вас зараз, кого вы будете поддерживать в другом туре? Ну я еще раз говорю, выборы еще даже не закончились, то есть еще нет окончательного там подсчета голосов, поэтому дайте немного времени, я думаю, самопомощь даст на этот вопрос ответ. Анатолій Гриценко багато казав про політичну культуру. На вашу думку, на оцих виборах, чи показали кандидати зростання певної політичної свідомості, політичної культури? Ми можемо пригадати, наприклад, там витівку Олега Ляшка з бюлетенем, так? Але якщо казати загалом? Слушайте, у нас политической культуры в нашем политическом истеблишменте ее, в принципе, не существовало, и, к сожалению, она до сих пор не родилась. Поэтому трудно говорить о том, что должны были показать наши 40, сколько было в начале, 44 кандидата. А к этому нам еще придется идти, я думаю, не один год и не одну там каденцию. Это вопрос в другом. Самое главное, чего не показали наши кандидаты, они не показали борьбу идей, программ, идеологии, то есть все то, что должно лежать в основе любой избирательной кампании. Ведь, по сути, получилось голосование за образ. Одна часть общества выбрала один образ, который они видели там многие годы на телеэкране, и им он был по душе. Вторая там часть голосовала за действующего президента, и это тоже образ, потому что мы все видели эти скандалы, которые бушевали и до избирательной кампании, и во время. И я думаю, что сейчас начнется самая, наверное, жаркая избирательная кампания. Эти 3 недели будут самыми горячими. Поэтому все это, понимаете, вся избирательная кампания была похожа на продажу какого-то продукта. То есть это было, знаете, такое коммерческое предложение там, то или иной, как говорится, компании. Не было сути, не было основы, не было всего того базиса, который бы лег в основу развития страны на следующие 5 лет. То есть сможет ли Зеленский, допустим, в случае его победы во втором туре предложить ту основу, которая действительно сдвинет вот ту ситуацию с мертвой точки, которая сегодня сложилась в Украине, а это и ослабление институтов власти, и где-то открытый саботаж, где-то там реванш пророссийских сил, где-то, не дай бог, вот как говорили спикеры, там кто-то услышит тот голос, который не услышали 5 лет назад. Мне не очень хочется этого повторения событий. Поэтому трудно сказать, на сегодняшний день этого всего нет. Нет качественного наполнения в избирательных кампаниях кандидатов.
Вадиме, ви згодні, що ця політична кампанія – це політичне шоу заради політичного шоу було? Якщо от в контексті презентації, власне, ідей, ідеології, програм? Ну, к сожалению, должен согласиться с моими коллегами здесь и действительно понимаем о том, что вот то количество кандидатов в президенты 39, которые люди даже вообще там их, посмотрите по результатам голосования, там 0,00 просто были выдвинуты для того, чтобы просто выдвинуть и с надеждой на то, что будут покупать членов комиссии и на этом заработать какие-то деньги. А их получилось такое количество, что ведущие претенденты на должность президента даже не смогли их выкупить, потому что им столько не нужно было. И, к сожалению, в большинстве комиссий, многих комиссий, были заполнены бог знает кем, какими-то мертвыми душами, людьми, которые не подготовлены абсолютно к выборчему процессу. И либо вообще не поприходили, их найти не смогли. То, что предлагали нам кандидаты, президенты, практические шаги для того, чтобы вывести страну из того кризиса, который она находится и в военном, и в политическом, и в экономическом, их практически нет. Я уже не буду говорить, потому что все будут думать, что я там дальше агитирую за своего... Агитируйте, да. можно уже начинать за своего кандидата. Но единственный это Юрий Анатольевич, он показал, что можно, во-первых, снизить газ для населения в два раза, и получается, коммунальные платежи упали бы в два раза. Во-вторых, с ним готовы разговаривать та сторона, и можно вернуть страну мир. Это самое главное. Другие все говорили обо всем, что как будет красиво, и все остальное. Если сейчас проанализировать, если мы возьмем там арифметически хотя бы, проанализируем те результаты голосования, которые есть уже на сегодняшнюю там минуту, то если сложить рейтинг Юрия Анатольевича Бойко и в той второй половине Вилкула, которые откусили у нас голоса, то мы получим нашего кандидата во втором туре. Все одно не вистачає рейтингу. Я сьогодні слухав Нестора Шуфрича, він казав, власне, те, що не вихід Юрія Бойка у другий тур, на цьому ну, поклав провину за це, власне, на команду Вілкула. В той же час, ну, от, навіть математично, плюсуючи рейтинг, вам все одно не вистачає. Ну, от то, що я ще йшов на ефір, навіть математично, як ви сказали, нам вистачає цих голосів, це раз, а по-друге... 5% не вистачає. А тепер, смотрите, другий вопрос. Мы же не только математически складываем. У нас, я же общаюсь с людьми, мы ездим в округа, мы работаем с нашими избирателями, с людьми. Многих оттолкнуло и многие отвернулись от того, что произошел раскол в оппозиционном блоке. И они сказали, если вы там между собой не можете договориться, то мы пойдем за кого-то другого. Как только бы они объединились, это было бы не математическое сложение, добавилось бы еще количество, значительное количество голосов. Потому что люди бы поверили, что оппозиция есть, она объединяется, она сильная, у нее есть шанс выхода во второй тур. И он бы был, это я вам гарантирую. К сожалению, вот так коллеги, в том числе мои коллеги по областному совету и другие по оппозиционному блоку, сработали, реально сработали, давайте говорить честно, на руку действующей власти. И как бы там сейчас ни говорили, если бы мы работали вместе, а не раскололись, я вам гарантирую, мы бы вышли во второй тур с конкретными предложениями, и реально бы в течение года был Юрий Анатольевич, мы с ним беседовали, персонально в течение года бы страна почувствовала, что есть реальный президент, есть реальная власть и есть возможность восстановить эту страну. Можливо, більше за вашого кандидата проголосували, та за Олександра Вілкова також, якби не розігрувалася карта, що ви проєкт банковий або вони проєкт банковий, якщо не було цих моментів, достатньо брудної виборчої кампанії. Я ж об этом говорю, що от коли починають друг з другом ругатися, поливати друг друга грязю, це тільки срабатує на пользу діючої власті. Ну, опять же, я вернусь к себе і відповідаю как бы, за свою там, половину. Якщо ви знайдете, що ми где-то там кого-то ругали, от візьміть там всі мои эфиры, когда я к вам приходил, я нигде слова плохого не сказал о той половине. У каждого есть свое право выбора. Вы не, а Юрий Бойко в всей студии сказал. Слава Богу, история не имеет слагательного наклонения. Мы сегодня как раз обсуждали, что было бы неплохо иметь параллельную реальность, где можно было бы так раз собрать, сделать да, лабораторию, посмотреть, чем это все закончится, и потом сказать, нет, так нельзя было делать.
Но единственное, что да, конечно, оппозиционному блоку не повезло. Он так, это были мои самые любимые. Я просто объясню, я не работаю на политические партии, uh-huh. на политические силы. Наш Национальный институт стратегических исследований, мы занимаемся мониторингом процессов, которые происходят и имеют угрозы для национальной безопасности в Одесской и Николаевской областях. Это наш филиал Одесский, а так вообще мы работаем в Киеве. Вот. Но так как мы все политологи, мы параллельно отслеживаем, потому что иногда наши кандидаты так увлекаются, что приходится немножечко желтую карточку присылать по поводу, чтобы немножко помнили. Вот. Так хочу сказать, что действительно меня порадовали два оппозиционных блока, которые вот действительно обменивались такими уже эпитетами, что иногда даже было... немножко стыдно за то, что у нас в политическом сообществе существуют вот такие вот до сих пор перебранки. Ну, вот. А в результате и та, и другая часть потеряла, потому что эти люди ушли непосредственно к Зеленскому, потому что они как раз и усилили его электорат. И вот почему и Одесская область так много, потому что здесь, к сожалению, ярко происходило, вы уже извините, но Одесский областной совет, оппозиционный блок, вы как-то возвращаете обратно всех своих птенцов, потому что если вы так дальше будете ругаться, то и даже не пройдете потом выборы. Вот. А то, что касается непосредственно вот, культуры и вообще, почему это избирательное, опять же повторюсь, идеологически нету сейчас спора между действующими партиями. У нас получилась такая ситуация. Мы оттолкнули, мы вывели с политического спектра коммунистов, да, коммунистическую идеологию. Да. У нас теперь никто не оспаривает частную собственность. У нас теперь свобода личности на первом плане. То есть у нас либеральная идеология, она лево-либеральна, право-либеральна, там в разных. Но у нас пока что либерализм – это основа. Когда у нас появятся консервативные партии, то есть партии, где жестко, не боясь выходить к избирателю и говорить о том, что никаких социальных выплат, ребята, каждый работает за себя, государство формируется только на те небольшие деньги для того, чтобы выполнять маленькие функции, которые нужно выполнять, вот, то вот до этого момента у нас не будет, у нас будет война харизм. У нас мы будем играться с лидерами, которые каждый будет красиво рассказывать о том, что нужно развивать экономику, при этом нужно вешать большой социальный пакет для малоимущих. И там будет, я вас уверяю, государство это замечательная такая структура, она тратит деньги только потому, что эти деньги у него есть. Тобто наші партії не ліберальні, а деідеологізовані, окрім, звісно, окрім флангів. А ні, це не ліберальні, це лівий, правий, ну це все вот із серії... Частная собственность, свобода личности, а дальше уже маленькие, в зависимости от того, какой бизнес. Но, слава богу, мы имеем действительно общенациональный характер лидеров. И, скажем, ваш лидер потому и сошел с гонки, потому что если бы сейчас выходила бы Самопомощь только как региональная партия, и их лидер, ну, показатели были бы не такие достаточно хорошие. И Тарута, кстати, тоже потому и снялся, потому что иметь представительство на востоке Украины, это не те уже годы. Хотя я вот боюсь, что сейчас во втором туре как раз и попробуют вернуть обратно эту карту, то есть опять начнут делить Украину на юго-восток, северо-запад. Но, дуже б не хотілося. Ну, ресурсы, правильно сказала коллега, ресурса нет, это особо не мобилизует электорат, поэтому, вероятнее всего, план... который озвучивал Петро Порошенко буквально неделю назад, это все-таки будет в большей степени борьба на осень. То есть это создание мощной политической силы, которая, критикуя нового президента, а президент будет замечательный, его можно будет критиковать каждые 15 минут. Вот, я думаю, на этой критике как раз и построится достаточно серьезная избирательная кампания. Давайте підбивати підсумки. Я нагадаю, наш сьогоднішній інтерактив. Чи здатен Порошенко на реванш? 6% кажуть, що так. Ну і відповідно 94% що ні. В режимі бліц. Давайте прокоментуємо думку наших телеглядачів. Ган.
Ну, что, как можно прокомментировать мнение телезрителей? Мы для этого и спрашивали, чтобы, собственно, его услышать, да, вне зависимости от наших там симпатий. Не верят действующего гаранта, чему? Одесская область всегда достаточно, собственно говоря, те рейтинги, которые мы вчера увидели в ходе подсчета голосов, говорят сами за себя. Поэтому здесь не стоит говорить почему. Здесь мне интересно поговорить про другое. Знаете, правильное решение, принятое с опозданием, это ошибочное решение. Так вот, мне очень хочется, чтобы наши политики наконец-то это осознали. Вне зависимости от того, куда они баллотируются. Там, борются они за пост президента или они будут баллотироваться, готовиться на осень в Верховную Раду. Правильные решения необходимо принимать вовремя. И сегодня мы в этой студии пытались моделировать, а что было бы, если бы там кто-то не поругался или пошел вместе, или бы не снялся. Это все не имеет смысла и значения только потому, что это было сделано уже не вовремя, и повторить это невозможно. Поэтому я все-таки за осознанный выбор, за то, чтобы люди... очень радует то, что люди научились ходить на избирательный участок и выражать свою волю. Но еще бы хотелось, чтобы мы дожили до того момента, когда люди будут опираться не только на свою, на внешнюю привлекательность кандидата, но хотелось бы, чтобы они осознанно голосовали за тот или иной курс, ценности и программу. И тогда мы действительно сможем изменить нашу страну. Ну і все-таки, напевно, обговорювати ці моменти треба, тому що на своїх помилках теж потрібно вчитися. Вадиме, ваша думка? Ну, ви знаєте, то, что зрители так проголосовали, я думаю, я к ним тоже присоединюсь. Очень бы не хотелось, чтобы был этот реванш. Мы с этим действующим президентством, действующей властью боролись на протяжении всего этого времени и до последнего дня, и будем дальше бороться. Людям это уже все действительно настолько надоело, и они хотят избавиться и забыть об этом как кошмарный сон и начать восстанавливать свою страну. У нас, вы знаете, вот в стране, я так сейчас проанализировал, не помню, как кто-то из великих тоже об этом говорил, я дословно не процитирую, но можно применить его, что президентство у нас это как сидение на электрическом стуле. И когда человек туда садится и высаживается на этот стул, электрический, то пока он на него садится и сидит, то все нормально. А он тогда бьет, когда встает с этого стула. И вот Порошенко уже привстал с этого стула, и уже его начало там немного колбасить со всех сторон. А когда он встанет, то его просто добьет до пепела, мне так кажется. И, к сожалению, все президенты, кто у нас был, вот если взять все по очереди, ни об одном из них, кто ушел, никто не говорит хорошо. Я хочу, чтобы мы наконец-то выбрали такого президента, может не этот раз, может быть в следующий раз, чтобы когда он уходил, то все люди его обнимали, целовали, плакали, он мог спокойно ходить по городу, по стране без охраны, без каких-то там препятствий, спокойной одежде, заходить в любой магазин, в любое кафе, и люди все бы приветствовали, вставали, аплодировали и благодарили за это. А сейчас, как любого нашего президента, если где-то его встретят, то его все захотят запинать ногами и пнуть под зад, так, чтобы он летел, никто его больше далеко, и никто его больше не увидел. Напевно, за винятком Кравчука, Дмитре. Ну, вот сейчас такая интересная просто картина, а оно мне как-то немножко диссонирует с теми фотографиями, где я вижу, и съемками, где Порошенко там в обнимку с большим количеством людей и в селфи делает. Но вопрос не в этом. Сама действительно эта должность, которая не позволяет, даже если будет там святой человек, я люблю в интернете смотреть определенные мультики там философского назначения, так там один из мультиков, где двух ангелов прислали управлять государством. Чем это закончилось, они просто плюнули, развернулись и улетели. Сказали, вы дебилы, тут оставайтесь сколько хотите. Вот. Но я просто к тому, что не будет идеальной такой фигуры, потому что президентом мы выбираем не человека, который будет крестить нам детей, а человеком, который будет судьей в определенных вопросах. А судья — это всегда большая ответственность и очень большая ответная реакция от человека, который не получил того решения, на которое рассчитывал. Поэтому здесь действительно придется уйти далеко от идеализма. Хотелось бы, да, хотелось бы высокоморальных, но этого не будет. Это, к сожалению, дается вместе с удостоверением президента, вот эта вся тяжесть. А то, что нас ожидает нас, ну, прежде всего, осенние выборы. Нас ожидает в данной конфигурации, нас ожидает конфликт между администрацией президента и кабинетом министров, который будет достаточно. Посмотрим, кто как сыграет.
Петр Порошенко не такая фигура, которая развернется и уйдет. Действительно, мы все прекрасно понимаем, и именно поэтому к нему сейчас так и относятся, потому что он достаточно жесткий политик, и он жестко еще ответит в октябре, и это не будет реванш, это будет просто напоминание о том, что, кто в доме хозяин. Дякую вам щиро, Дмитро Колцун, Вадим Шкаровський, Анна Позднякова. Щиро дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Спасибо. Я нагадаю, що ми працювали в прямому ефірі. Мене звуть Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.